проповедуй на зов. Oh.
Хотел сказать, что с нами сегодня поет монахиня Анисия Шри, направление Адвайта Веданты, Анутра Дандра. Так что сегодня не простой концерт, а с благословением. Shiva, Shiva, Shankara.
Oh.
Если все участвуют, это очень здорово. Все комплексы разбивайте, все это выкидывайте и танцуйте. Если хотите танцевать, пойте, хлопайте в ладоши, просто полностью расслабляйтесь, будьте в таком естественном расслабленном состоянии, когда ум отсутствует. Не думайте о том, как вы выглядите, как вас воспринимают другие. Все это, да, это все не имеет никакого значения. Сейчас поем Божественный мастер Джигадамбе. Энергии всей Вселенной, Шакти, которая едина с Шивой. Шестой. Jai Jagadambe, Jai Jagadambe, Jai Jagadambe, Jai Jai Ma.
Thank you.
Ни дальше, ни калика парень.
Вот, знаете, в такой баджан, точнее, такую мантру, он на оба говорят, я вас удываю. Очень простая мантра. Мантра простая, петь сложно. Шучу. Thank you.
Шьяма, Раде, Раде. Очень просто. Но поется она не так просто. Но очень приятно.
Шьямасундара Бхагаван ки. Если вы хотите сделать какие-то подношения или пожертвования от сердца, вы можете это сделать где-то, только не знаю, где пока еще. Но можете вот положить на стол, где мухти лежат, например, в уголочке где-нибудь, если у вас хочется сделать какое-то подношение. Там уходы специальные есть у нас. А, вот я сфера. Сфера у нас да. есть. Да. А вот сфера, вот когда в сферу положите. Сфера, там, волшебное свойство этой сферы, что когда туда деньги кладутся, они 3D сразу. Вдвое умножаются эти деньги в кошельке. Попробуйте, 5000 положить. Но не сразу, но со временем они где-то появятся в тройне. Так что пробуйте. У вас силы остались? Мы можем сейчас петь очень такой медленный баджан 13 про Шиву, очень нежный. Такая прям серенада для Шивы. Ариом Татса, Ариом Татса Шивая.
Thank you.
счастливо существовать этот мир. Достигнут они истины. Yeah.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Нама Намах Шивая. Поем три раза, он закроем портал. Или оставим его открытым всегда. Правильно, так и есть. Можно приобрести, можно узнать что-то о них. Приходите, не стесняйтесь.